Истощенных и облысевших от неправильного питания обезьян спасли в Тюмени. Сотрудники реабилитационного центра для животных у Лукоморья выходили приматов из рода Саймири. Ранее они жили у тюменцев в офисе и дома. Животных кормили со стола, в том числе борщом. А когда они стали хозяевам не нужны, передали на полный пансион в питомник. Сотрудники поменяли рацион питомцам, окружили их любовью и заботой. Сейчас обезьянки чувствуют себя отлично. Самое главное – это полноценный рацион. То есть обезьянки питаются 5 раз в день. У них очень большой список рационов, очень разнообразный. И это обязательный показатель. От недостатка витаминов, макро- и микроэлементов обменные процессы страдают. Идет нарушение обмена веществ. И, естественно, это полный комплекс витамин, обязательно кальций, обязательно фолиевая кислота.